я участвовал и в тушении пожаров, и спасении на воде, спасение. Вот все это. Ну, такого нету. Я только одно понял, что когда подлетал, что это что-то непонятное, что это трагедия, ну, планетарного масштаба. Вот я сел там, возле этого. И потом, когда вышел оттуда, мне очень жаль было этот вертолет. Ну, казалось, он не подвел, а мне надо бросить. Ну, я почему-то подумал, что мне нелегко будет, если что-то там случится, а не я там. Поэтому я такое решение принял без никаких.